Привет, ребята, с вами Zendres Games, и сегодня у нас новости. Да, новости. Новости про новую игру от Euphoria Games, разработчиков Парка Смерти, Death Park. Короче, они уже делают свою вторую игру под названием Антарктида 88. И, короче, я решил про эту игру записать видео. Ну, новости пока. Надеюсь, игра скоро выйдет. По скриншотам она крутая. Всё. Вот, самый первый скриншот тут. Не особо... Короче, для меня тут ничего не понятно. Просто тут какой-то мужик. Вот тут вот. Вот это скалы, типа горы, Антарктида 88 написано. Есть такая же картинка, только с английской надписью. К сожалению, у меня ее нету, я ее не заскринил. Вот. Айда к следующему скриншоту. Где? Фиг-то там. Вот. Вот следующий скриншот. Тут мы видим монстра. Да, ну монстр тут не один. Тут не один монстр, тут их несколько, как сказали разработчики. Но это только самый-самый первый монстр. Они больше монстров не показывали. Только вот этого. В принципе, вот такой вот динозаврик. Наверное, динозаврик. Не знаю. Что тут у него тут такое тут? У него тут... Так, у него что-то... Блин. Это что, зеленое у него? Так, короче, вот такой вот он. Давайте к следующему скриншоту. Так, не сюда, не сюда. Вот следующий скриншот. Тут написано Антарктида 88 по-английски в нижнем правом углу. И тут какие-то вот эти мужики держат надпись «Восток». «Восток» вроде бы 52, непонятно. И написано 14 июня 1982. Год. Какой второй год? 1988 год. Не 1982 год, а 1988 год. Да, вот так вот. Короче, они эту надпись держат. Вот тут даже в верхнем левом углу написана надпись Антарктида 8, то есть Euphoria Games, чтобы люди знали, что это не подделка, что это настоящие разработчики выложили. Ну и вот. Всё. Вот следующий скриншот. Это одна из моих любимых... Один из моих любимых скриншотов. Тут у нас, не знаю, что, но небо такое красивое, синее небо. Но разработчики говорят, что игра будет очень страшная. Тут синее небо. Ладно, короче, тут флаг России, какой-то еще красный флаг. Там вот вдали что-то еще, вот тут вот. Так, что? Лестница. Вот тут вот это. Я забыл, что это. Так. Ладно, короче, вот такая вот. Такой вот скриншотик. Вот, следующий. Тут у нас вертолеты. Вертолеты.
То есть не вертолеты, а вертолет. Что-то напоминает Гренни. Chapter 2. Чуть-чуть. Просто там тоже вертолет. И такая же вот фигня. Короче, тут у нас ящики, какой-то вот мусорный бак. Или нет. Вот это граната. Вроде бы. Так. Снова синее небо. Там горы. Снова, как всегда. Тут ящики. И вот. О, ну вот последняя картинка, которую выложили разработчики в своей группе ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, короче, тут у нас лаборатория. Что-то тут шкафчики чуть-чуть похожи из Мистер Мита. Да, и вот, короче, вот это. Ну, крутая картина. Чё, не картина, а это. Кажется, круто. Чё, не? Короче, тут у нас много чего. Вот там вот стул далеки. Там чё? Там ещё какой-то компьютер, если присмотреться. И вот. Тут ещё какая-то штука. Вот. Тут вот в самом начале картинки. Там вот какие-то посылки. Ну все, больше ничего нету. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.